Am 9. Februar 2016 fand ein wichtiges kulturelles Ereignis im Leben der deutschen Minderheit der Ukraine statt. In Kharkiv wurde die Filmpräsentation Ethnische Deutsche im Gebiet Kharkiv durchgeführt. Спустя несколько месяцев после презентации фильма о немцах Одессы мы наконец-то дождались презентации фильма о немцах Харьковщины. И это действительно очень хороший фильм, который повествует не только о том, что сделали этнические немцы Харькова в истории развития города, но и о том, что продолжают они делать сейчас, чтобы помочь городу быть ближе к Германии, чтобы развивать немецко-украинские связи. И все это нас очень-очень радует. В этом году у нас 75 лет после депортации. В этом году мы хотим больше говорить о том трагическом событие, которое постигло наш народ и другие депортированные народы, о том, как они пережили историю, и чтобы те люди, которые живут вместе с нами, научились на уроках истории ценить человечность, помогать друг другу. И в данном случае мы сегодня видели, что многие люди вытирали слезы, смотря фильм, и мы понимаем так, что уже в этом отношении мы достигли своего, мы достигли цели того, чтобы люди прониклись историей, которую пережили немцы Украины, и поняли то, что мы гораздо больше чем те клише, которые навешали во время Второй мировой войны. Unter den ersten Zuschauern des Films war auch die Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Kharkiv, Frau Tatjana Gavrisch. Die Zuschauer haben den Film mit Begeisterung aufgenommen, weil ihnen das Thema sehr nah ging. Film очень содержательный, помимо всего прочего, как художественное произведение он интересен очень оказался. Очень тепло отслеживается вот связь поколений. То, что действительно вот согрело душу, что и пожилые, и молодые, и даже вот я при просмотре фильма это видела, слышала отзывы людей, что фильм всколыхнул даже где-то, может быть, подзабытые моменты в душах людей, в памяти людей, и заставил задуматься, заставил вспомнить. Мне фильм очень понравился, был очень интересным. Некоторая информация, которую я знал ранее, стала чуть-чуть шире. И вообще, как бы такая идея создать такой фильм информационный, где показать и положительные стороны немецкой культуры, немецкого вклада в Харьков, а также показать такие трагические моменты, мне кажется, очень замечательной идеей. И, конечно же, можно ее продолжать во многих аспектах. Und ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, heute war eine sehr schwere Stunde für mich. Denn 20 Jahre wir träumten, dass wir etwas dass wir diese Frage doch einst besprechen können werden. Und heute gerade ist der Fall, gerade ist die Stunde. Und haben Sie wahrscheinlich bemerkt, bei manchen glänzten die Tränen in den Augen. Es ist nicht zu beschreiben, das, was wir erlebt haben. Jeder von uns, und ich sage immer, von jedem kann man einen Roman schreiben. Trotz der mehrmonatigen Arbeit und der großen Menge von Informationen haben die Organisatoren und die Filmcrew ihre Arbeit rechtzeitig beendet. Seine Eindrücke schildert der Regisseur des Films Alexander Miherev. Самое сложное – это то, что огромный объем информации, очень много эпизодов, очень много героев, много точек съемок, и все это нужно было организовать. И еще одна сложность – это то, что параллельно делалось несколько версий на разных языках. И это были параллельные проекты, и нужно было все исправления делать в каждом из проектов. Легким скорее можно сказать из-за того, что это было интересно, ну, честно говоря, я мог работать и монтировать часами или, там, допустим, всю ночь до утра. Это было незатруднительно. Для того, чтобы вот такой большой объем работы и квалифицированно был выполнен, нами был очень удачно подобран коллектив. Я безумно рад тому, что наше все областное телевидение взялась за эту большую и объемную работу. Я благодарен каждому члену и тому, кто писал сценарий, и тому, кто редактировал, и тому, кто делал съемки. Одним словом, всему коллективу. Der Film Ethnische Deutsche im Gebiet Kharkiv ist nicht nur für die Vertreter der deutschen Minderheit interessant, sondern auch für alle, die sich für die Geschichte der Ukraine und für das Leben von wichtigen historischen Persönlichkeiten interessieren.
На мой взгляд, такие фильмы нужны, потому что они предназначены в основном не для показа внутри немецкого меньшинства, а в первую очередь для показа всем остальным гражданам Украины или других стран. Они показывают вклад немецкого меньшинства и позволяют не замыкаться самому немецкому меньшинству на каких-то трагических, может быть, событиях, а показывают тот вклад в развитие страны, который дали их далекие предки. И очень важно, чтобы граждане Украины могли получить информацию об этом и, даже проходя по улицам, вольно-невольно вспоминать какие-то, может быть, моменты из фильма, связанные с историей их родного города, края, с вкладом немцев в промышленность, сельское хозяйство, в архитектуру, в науку, в культуру. Вот. На мой взгляд, именно по этим причинам такие фильмы важны. Dank Deutschen haben wir unser Leben gegründet. Also, sie beteiligten sich am Werden unseres Staates, nicht nur in Charkow. Ich stamme aus der Westukraine und da gibt es auch sehr viele deutsche Siedlungen. Und da ist sehr viel, wovon man sagen muss, nicht nur soll, sondern muss. Denn Deutschland kann stolz sein darauf, dass gerade Deutsche nicht nur Deutschland gebaut haben, sondern unsere Stadt, unseren Staat.